Ночь опускает свое черное покрывало, вселенная затихает, слушая песню звезд. В шепоте дождя, болтовне ветра и шорохе листьев с небес к поэтам спускается вдохновение, а ко всем влюбленным мечты о блаженстве. В самом сердце мироздания расцветает жасмин, нежный поцелуй ангела, крошечный мотылек радости и удачи, несущий добрые сны. Чайный аромат смешивается с пряными цветочными нотками. Мир наполняет симфония чувственной страсти и светлой романтики, истинной гармонии и глубокого покоя. Для приготовления возьмите прозрачный чайник и налейте в него воды температурой от 80 до 90 градусов Цельсия. После этого опустите в воду чайные шарики. Одного шарика будет вполне достаточно на 200-250 миллилитров. Любуйтесь тем, как распускается необычный цветок в вашем чайнике.